Решение и протокол общего собрания собственников многоквартирного дома являются официальными документами в силу части 1 статьи 46 обновленного жилищного кодекса, так как это документы, удостоверяющие факт, влекущие за собой юридические последствия для собственников в виде возложения на них каких-либо обязательств. И теперь в связи с вступлением в силу этих поправок в жилищный кодекс подделка протоколов общего собрания подпадает под 327 статью Уголовного кодекса. Если вдруг гражданам станет известно о наличии какого-либо протокола или решения в отношении их общего имущества, но при этом собрания не проводились и подписи не ставились, тогда необходимо обращаться в органы полиции с заявлением о преступлении. И тогда виновные лица понесут уголовную ответственность.